По заслугам и награды регионы на финише сельскохозяйственных работ в полях. Многие подводят уже итоги и празднуют дожинки. Чествуют лидеров уборочной кампании сегодня и в Бобруйском районе. Его вклад в общий каравай страны более 30 тысяч тонн зерна. Андрей Ястребов подробнее. Сегодня главный герой праздника – те, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны. Механизаторы, агрономы, водители, комбайнеры – каждый внес свой вклад в общий каравай 2024. Агрогородок Ленина стал площадкой для районного торжества. Здесь звучат слова благодарности за весомый результат. Удалось получить достойный урожай. По рапсу и вовсе лучший за всю историю Бобруйского района – свыше 4000 тонн. Год хороший был, урожайный. Погодные условия не подвели. Намолотило 1700 тонн. Справились с зерновыми, бобовыми культурами, в сроки смолотили. Так что будем мы в этом году зерном и с кормами. Земля дает свой результат. Когда к ней приложишь немного сил, и урожай, все есть. Для этого, чтобы и коровки были сытые, и для каравая. Первые места практически во всем. Больше 7 тысяч мы получили в прошлом году, в этом году мы тоже получили больше 7 тысяч. Поэтому все есть для того, чтобы получать и 8, и 9. Среди лидеров хлеборобы и сельхозпредприятия «Гигант», «Невский агро», а еще с десяток экипажей и водителей тысячников. Намолочено у нас 34 тысячи тонн зерна, урожайность 22 центнера. Сработали в оптимальные сроки, слажено. 43 экипажа комбайнов на разных культурах работало. Техника не подвела. Это, я считаю, что достойный результат. Праздник дожинки объединил не только хлеборобов, мастеров, умельцев, артистов. Зазывали к себе подворье с угощениями. Казалось, весь агрогородок пришел поздравить тружеников села. Это очень важно, что все свое, мы ни от кого не зависим, нам не страшны эти санкции. Работаем, стараемся. Радует просто меня, когда зайдешь в магазин, все свое, все есть. Люди радуются, благодарят. Вот видите, они ценят нас труд. К дожинкам помолодел и агрогородок. Украшением праздника стало открытие спортивной площадки, отдых для сельчан с пользой для здоровья. И тут есть разные турники. Футбольная и одновременно баскетбольная площадка. Здорово, можно вечером прийти поиграть в футбол. Спасибо за такой подарок. Внуков приезжает много на каникулы, поэтому вот, ну, детям будет, конечно, очень хорошо вот здесь, даже просто вечером посидеть. У белорусов есть традиция любить то место, где живем, делать его краше. Участники дожинок заложили сегодня аллею в память о ярком событии. Андрей Ястребов, Виктор Бака, Первый информационный.